друзья, всем привет, с вами, как всегда, Алексей Крылов. Короче, мы тут выбрались в свое первое маленькое путешествие, и начался дождь. Мы подъехали уже к побережью Испании, но тут прям все заливает, реально. То есть дороги поперекрывали, там плавают машины. Вообще, то есть что-то непонятное происходит, все в пробках, но мы уже, как, сколько сейчас время, 21:17, и мы отправляемся в город, который называется Салоу, вот, и не знаю, да и как мы сейчас доедем, не доедем, потому что тут прям начался дождь и начался какой-то апокалипсис. Так, идет сильный дождь, и, короче, светится небо. Там какой-то завод, то ли с каким-то этим нефтью связан, я вообще не знаю. Прям небо, прям такие вспышки на небе. Там аж этот газовая труба какая-то, она постоянно вспыхивает сильно. Ура, мы наконец-то доехали. По прогнозу был дождь, и не думал, что это будет прям потоп. Здесь, смотрю, машины стоят. Там, наверное, у них заливают свечи, не знаю, что происходит. Прям какой-то Армагеддон здесь был. Но мы, получается, ехали объездными путями какими-то. В общем, доехали, и здесь у нас как бы будут апартаменты. Почему мы решили сюда приехать? Потому что у меня опять была проблема с жильем. Вот. Я посмотрел, короче, нам на пятерых было, в принципе, выгодно снять жилье на берегу моря. Я подумал, что бы нам не пожить пару дней вместе. Это очень прикольно. Потому что вместе мы уже давным-давно не жили. Да? Все хорошо? Да, все хорошо. Так, мы зашли вовнутрь, короче, здесь целый комплекс получается, и тут даже есть ресепшн. Мы приехали где-то в 9:40 вечер. Сейчас посмотрим, какой номер, но здесь прям как-то все так прикольно сделано. Конечно, сейчас ночь, я не покажу полный такой обзор, ну, прям улицы, потому что очень темно сейчас. Покажу только наши апартаменты. Все, дали наш номер, сказали подниматься на второй этаж. Ну, выглядит очень круто. Это получается как комплекс с апартаментами. Даже вот. Автоматы здесь есть. Да. Можно не идти в магазин, а просто водички взяться. Да, все есть. Получается, какие-то сладости евро 50, а водичка, например, Coca-Cola по 2 евро, водичка евро 50, и вот это наверху по евро стоит. Еще есть чай, кофе, по евро, кстати, все. Чай, кофе, горячий шоколад. Ладно. Так, поднимаемся на второй этаж. Ну, все очень чисто, все классно. Это одно из самых дешевых, что мы заказали. Так, вот у нас номер, и должен включиться свет. Включай, пока тут все чистенько, я покажу. Ну, выглядит, я вам скажу, очень даже так, в принципе, и неплохо. Ну, слушай, тут получается 60 евро в сутки. Можно снять вот такой вот номер. А? За сутки, да. А там просто мне предлагали за 60-70 евро хостел. Это да, какая-то акция. Ну, короче, я бы увидел, что выгоднее снять жилье на берегу моря. Да? Все. Номер в твоем расположении. Так, здесь получается две комнаты у нас. Одна комната. Смотри, какая тут кровать. Я думала, там две отдельные. Ага. А, они получаются. Как-то и раскладывать. Да, номер писала с двумя кроватями. Таких две. Ага. Сейчас будешь думать. Ладно. Здесь у нас... Ой. Ой, подождите. Здесь еще один номер у нас. Подожди. О. С большой кроватью. И здесь еще ванная комната отдельная, да, наверное? Да. Там тоже. А, получается, в апартаментах две ванные комнаты. Здесь даже ванна есть. Колечко такое. Ой. Ауч.
Просто я начал смотреть жилье, тут какие-то бешеные цены на жилье вот возле Барселоны. Ну, в принципе, мы недалеко от Барселоны. Мама! А тут это моя ванночка. Хорошо, здесь душ, а там ванна. Там можно прям ванну себе полную набрать. Я хочу тоже себе ванну. Без проблем, будешь туда приходить. Ну, вот, собственно, вот так все выглядит. Так, единственное, сейчас посмотрим. Да, полотенце есть, все есть. Здесь у нас есть газовая плита, то есть все здесь, тарелки, я не знаю, есть тут, нету тарелок, да, есть тарелки, есть посуда, единственное, по-моему, нет электрочайника, холодильник пустой, есть даже сковородки. Все. А? Там у него тоже балкон. Тоже балкон? О, там везде балкон. Покажите. Я не знаю, как его открыть. Подожди, обычно вверх? Ну, я... Нет, в сторону. А пойдем с другой стороны зайдем. Короче, идем с другой стороны. Тебе не надо выходить. Вот как раз Даша будет внизу спать, а то она падает. Вот, есть еще балкон. Я буду падать на мягкое, мама. Здесь есть бассейн даже. Сейчас уже конец сезона. Да, конец сезона. Сверкает небо. Там, короче, молния. А там что-то такое горит непонятное. И такой запах какой-то гари, да, по-моему, в воздухе? Да, бензина какого-то. Бензина. Пластмасса есть тут. Ну, то завод какой-то. Он так близко к этому. Ну да, прям запах вот этого вот очень сильный. Прям светится закат. Ну, светится небо. Да, мне плохо. Дима, какая комната, Даша говорит. Все, мы идем припаркуем машину, заберем вещи. Ну, честно сказать, нам очень понравилось. Прям очень круто, все чисто, все классно. Но единственное, вот с погодой не повезло. Но зато можно принять ванну. Все, готовим ужин. Мы, получается, брали с собой еду. Получается, все принадлежности, все есть. Есть микроволновка. Единственное, не нашел здесь чайник. Непонятно, где он находится. Ни электрочайника нет, ничего нету. Есть мусорник. Ладно, может быть, найду где-то чайник. Там интересно тут. Ну, если что, есть вон какой-то ковшик, либо кастрюля, там можно будет нагреть воды. Подписчики, у нас первый раз квартира без, знаете, без чего? Там, где мы вот одежду, без стиральной машинки. Первый раз у нас такая машина. Ну, так это апартаменты. Тут, наверное, она не должна быть, я не знаю. Тут люди приезжают, наверное, на пару дней отдохнуть и все. Стиральной машинки тут нету. Ужинать мы будем на балконе. Здесь было все мокро, но есть швабра. Я тут все вытер. Вот. Конечно, мы задержались. Мы должны были приехать намного раньше. Но, короче, у нас резко оказались дела, поэтому мы приехали ночью. Но я подумал уже, ладно. Думаю, не буду ничего отменять, приедем ночью. Вот. Потому что, знаете, ну вот 60 евро, это, я вам скажу, это цена хостела. Вот, ну то есть, чтобы отдельный номер снять. А это прям, я увидел такие классные цены, причем я забронировал 4 часа ночи. Это место стоило вообще 150 евро на 2 ночи, а у меня получилось за 120 евро на 2 ночи. Вот так вот. Потому что на букинге как-то цены тоже скачут, непонятно. Вот, и там, вроде бы, кажется, они должны быть фиксированы, но я вот ночью встал, смотрю, цена упала резко. Надо бронировать. Забронировал, все. Ну что, наступило доброе утро. Давайте вам покажу, как выглядит вот этот комплекс днем. Смотрите, там стоит какой-то завод, и всю ночь пахло гарью. Так, тут Аня сейчас возит стул. Вот, но сейчас уже огонь перестал гореть, и вроде запах гари пропал. Так, вот он комплекс сверху, как выглядит. Есть детский бассейн, маленький бассейн, а там за горой уже идет море. Вот. Сейчас спущусь к бассейну, покажу, что здесь еще есть. Так, заходим в лифт. И где тут нулевой этаж? Потому что здесь первый этаж, это как у нас второй этаж.
а нулевой это, значит, на уровне с землей, вот так скажем. Тут мы живем, вот он, наш номер. Мне дали задание потрогать воду. Смотрите, сейчас получается 10 часов утра, небо затянуто. Если бы светило солнце, то было бы очень жарко. Потрогаем водичку. Ну, я вам скажу, водичка в принципе нормальная. Не ледяная, купаться можно. А сейчас потрогаю водичку в этом. Во взрослом бассейне. Так. Тоже, в принципе, купаться можно. Если было солнце, то было бы вообще идеально. Здесь есть вот лежаки. Видите? А, еще есть даже детская площадка. Вот там она находится. По поводу парковки, я припарковался бесплатно, нашел место, но спросил, есть ли у вас платная парковка. Сказали, 8 евро в сутки. Вот. Для меня цена просто космос. Ну, за парковку. То есть... Ладно. Так. Ну вот, в принципе... Очень круто. И что я еще заметил? Смотрите, цены на букинги колеблятся. Я сегодня опять встал в 4 утра и просто ради интереса начал цены смотреть. И смотрю, в 4 утра самые низкие цены. Я не знаю, в чем прикол, потому что я забронировал, говорю, 60 евро в сутки. Потом цена подскочила 75 за сутки. Вот. А сегодня утром проснулся, опять 60 было за этот комплекс. Я потом название оставлю. В названии ролика будет. Название комплекса в названии ролика. И получается просто... Либо мне хостел снимать, ну как, отдельный номер. Либо можно приехать к морю. И всей семьей заселиться в двухкомнатные апартаменты. Вот еще детская площадка. Здесь даже есть, я смотрю, бар, но он закрытый, вот. Но я сейчас так понял, сейчас конец сезона, из-за этого как-то то ли цены упали, но погода реально очень классная. Если было бы солнце, то было бы вообще супер. Вот даже люди купаются в бассейне. Но я бы искупался, сейчас даже возьму искупаюсь, но здесь море, прям рядышком. Вот. Ну что, вышел я из отеля, получается, ну, я вам так скажу, это такой, как полноценный отель, как, знаете, как на все включено, вот это приезжаешь, но он без питания идет, питание здесь готовите сами, а так здесь абсолютно все есть. Вот, ну, конечно, сейчас картинка очень мрачная, вот, называется он как-то Solo for You, есть Wi-Fi, есть все, то есть, ну, мне реально понравилось. Вот такие дела. Так что мы сейчас будем в ближайшее время тут находиться. Дождь вчера был очень сильный. Я просто удивился, когда вижу, то есть машины стоят, ну, вода на очень высоком уровне, и они не могут проехать. Там полиция поперекрывала дорогу, и мы, получается, петляли по этому дождю. И еще едешь, горит эта газовая вышка какая-то непонятная. И в воздухе прям гарью воняет очень сильно. Я вот, знаете, говорят, что есть города, в которых находятся заводы, и там какой-то плохой воздух, но я вот был в этих городах и не чувствовал так, а здесь прям реально воздух пропитанный гарью очень сильно был ночью. Я вот не понимаю, что это такое, либо это было один раз, либо они каждую ночь включают эту вышку, мы проверим. Вот, потому что вроде бы возле моря, я думал, сейчас выйду и будет вот этот морской воздух. А пахло очень сильно гарью, и тут гигантский какой-то завод стоит рядышком. Вот такие дела. Вот, поэтому... так, будем находиться в ближайшее время здесь. На этой прекрасной ноте буду заканчивать видео. Это город Салоу. Всем желаю счастья, крепкого здоровья, самое главное, мира и всего самого-самого лучшего. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!